Всем привет, с вами я, Вадим Сен. У нас продолжение игры Jagger Alliance 3. И мы продолжаем игру. Мы сейчас находимся в секторе H9. И будем идти в I9. Только давайте для начала мы H-схрон. Сделаем схрон, только подождите. Где наши все? Вышки вот где? Йоу. А мы тут. Yes? А лучше сюда. Come on! Ну давай наоборот, вот эти кусочки, это сюда. Так, вот этот пистолет сюда. Беретта 15 тоже нет. Такс. Что мы еще сюда? Сюда. Думаю, это тоже лучше сюда. И это только разряди. Такс. Мария Грислева, это сюда. Потом это все ставить ножи. Так, этот, думаю, да, тоже сюда. Все остальное. Вот это я не знаю, брать, не брать. Это пока ставь. Анаболик что-то по механике, да. Пускай это вот ему будет. Все вроде кажется. Давай разрядить. Пока сюда, это сюда. И это зарядить. I have few bullets! There is more, yes! Это так себе фигня на постном. Так, ну все вроде как. Схрон тут оставили. Потом чуть что будем это.
надо найти, где уже можно продавать. Я пока не знаю, где. Такс. Давайте сюда I-9. All right. I think this place is more than hits the eye. Ну, я помню этот райончик. Но я не уверен, что здесь будет все тип-топ. Рукопашные атаки получают больше преимуществ в точности за счет прицеления, но целиться перед их совершением можно только один раз. Еще иду. Так, давайте это. Сохранимся. Идея. Правильно. Let us look at that. Yeah, that's a bolt that I've got this for a little slower. Go! And I'm watching a practice. Так. Да. А это можно забрать. We're on our way! We will do. Come on! Yes. With certainty. Yes. We have agreement. Мы сюда можем зайти? Чисто ради интереса. Friends with the boss now. You see this gun? Actually, I have many people in the village. I hit at least three of them. Welcome to Greenville. Так, а если мы сломаем это и сломаем это. Отлично. Шкаф обезвредит гризли. Нет, не гризли. Берри Унга. Девайс disarmed with precision. This door is fastened as with lock and key. Какой там ключ есть? О, анаболика что ли? I should be working out. Come on! We can! Yeah, okay! You go now! No problem! Copy that! As you wish! Mary Unger. We have agreement. Moving toward destination. I will do. I will go presently. Yes. With certainty. Moving as of this moment. Hello.
No sweat. We will do. I think there is something here. With certainty. We move with certainty. Let's go. Come on. Yes. Get the lead out, people! All for glory! Oh, good day to you. Thank you for stopping by. I was looking forward to seeing you. Have agreement. С кем бы сначала поговорить? Запишемся для начала. Make yourselves comfortable. Чувствую себя как дома, друзья. Бубу, мои друзья. You don't recognize me? Мне не узнать, а значит, вы недавно в долине Аджани. Я королева карнавала в Пантагрюэле. Они несли меня на троне с цветами и всяким там таким. Это было до того, как я сбежала со Смайли. Ну и в общем... It was just before I ran away with Smiley and... well... Wait. Подождите, так вы его друзья? Вы хотите... Похоже на наемника, прямо на как Смайли. Вы тоже из Мерк? Смайли говорил, что они лучшие наемники. Да. Я разлилею вода. О, хорошо, надеюсь, с ними все в порядке. Мне пришлось уезжать в некоторой спешке. Где Смайли сейчас? Я не уверена вообще, я надеюсь, что это вы мне скажете. Интересно, прячет ли его Патре до сих пор? Ты не видела мои подтяжки? Ничего не могу найти в последнее время. Да, Бубу, бегом. Простите, не могу сейчас говорить. Это касающийся Смайли. Хорошо. А кто такой этот Бубу? А, привет, вы кого-то мне напоминаете, вы друзья Смайли? Бубу, кто такой Бубу? Да, в смысле, конечно же, босс Блобер, но для меня он навсегда останется моим сладким медвежонком Бубу. Он очень-очень мне дорог, я его единственный, но хочется, чтобы он был со мной более открытым. Хотя я понимаю, что у таких людей обычно много секретов, даже от любимых, верно? Even from the love of his life, right? У босса Блобера есть от тебя секреты? I don't know. Не знаю, иногда я его о чем-то спрашиваю, а он отвечает или делает вид, что не слышал меня. Но это же ерунда, правда? I'm sure it is nothing. Please, feel
Чувствуй себя как дома и насладись нашим особняком. Так, хорошо. Подождите, давайте сюда еще наверх сбегаем. Вдруг тут что-то найдем. Ого. Нашли тут кучу противников. А еще какое-то устройство. Стой. Хорошо, давай с этим боссом поговорим. I hear you have entered the diamond. Вы вошли в алмазный бизнес, точнее, вломились. You did your quarrel with the legion doesn't concern me. С легионом меня не касается. Партнеры приходят и уходят. Воюете сколько хотите. Мне это даже выгодно. Я хочу попросить небольшой услуги. Мне кажется, это задание как раз для вас. Which I think you might be well suited. У нас уже есть работодатель. Вы занимаетесь алмазами, вы ведете дело с Адонисом. Что за услуги вы от нас просите? Вы ведете дело с Адонисом? They pay good money, они хорошо платят, и спрашивают, откуда алмаз. Насколько вижу, они пытаются добиться монополии, но черный рынок слишком скользкий для таких фокусов. Like за это я его и люблю. Занимайтесь алмазами. You stand in the way вы стоите of the на пути планов майора по захвату алмазной индустрии. Меня это устраивает. Ваши разборки меня не касаются. Your quarrel with him doesn't concern me much, as long as you keep it civil at the market. I'm also doing business with big buyers like your friends from Adonis. Но иногда, знаете ли, интерес sometimes business interest outlives friendship, if you know what I mean. За майор. He is an extraordinary man. Необычный человек, все, что я могу сказать. All I can tell you is him. Бубу, обед готов. I'm coming, darling. Just give me a minute. You shouldn't talk about the measure on an empty stomach. Ты сам говорил, что это вредно для пищеварения. It's bad for your digestion. She's right. Она права. Ask me again when you are done with that little favor. Окажите мне тут небольшую услугу. Я знаю, что вы работаете на корпорацию Адонис, но мне также известно, что у вас есть определенное свободное действие. Я хочу попросить вас о небольшой услуге. Что за услуга вы от нас просите? Мой подручный Луиджи оказался достаточно глуп, чтобы угодить за решетку. Мне нужно, чтобы он взял дела в свои руки, пока я... Ну, скажем так, мы с Молли хотим насладиться друг другом, ни на что не отвлекаясь. I need you to break into the good place where they are keeping him and bring him back to me. You will be handsomely rewarded. Хорошее место, где его держат, и привели его ко мне. Награда вам понравится. Чтобы вы вломились в хорошее место, где его держат, и привели его ко мне. Награда вам понравится. Хорошее место. Это нечто среднее между государственной тюрьмой и частным концлагерем. Его директор получает дотации от правительства за содержание честных преступников. Но, насколько мне известно, не брезгует работорговлей. I may not be an angel from heaven, ангел, но есть грани, but there are things которые I would никогда not не перейду. К примеру, example, на моем рынке не торгуют рабами. There is no любой place for slavery at my market. Так принято honest в нашей семье. Honest pay for honest jobs. That's how we do it in the family. Работорговлей. Jack Hammer runs хорошим местом place. Заправляет Джек Хаммер, он же местная акула-ростовщик. Все, кто попадает к нему в кабалу, в итоге оказываются у него в тюрьме, а потом и в рабстве. I hope you will be kind здесь вы будете достаточно добры, чтобы вернуть моего Луиджи. Последи, чтобы он обязательно зашел ко мне. Я очень беспокоюсь о его здоровье. And well-being. Хорошее место держит невинных людей. Вас добро хочет видеть своего подручного Луиджи, который мотает срок. Ну, в общем.
тут все пока нормально. Я, конечно, один раз тут... Ну, я их всех перестрелял, но это было, конечно, еще то стрельбище. Так, а если еще его спросить? Welcome to my humble home. Мой скромный дом. Goodbye. До встречи. Давай с Молли еще раз поговорим. Вдруг она что-то еще проговорит. Make yourselves comfortable. Чувствую себя как дом, друзья. Бубу, мои друзья. Please, feel free to look around and enjoy our mansion. Хорошо. We do it. Ну, я тут, в общем, обошел все. Все, что можно было, я собрал. Так что... На этот раз тут серия будет мать. Нужно быть осторожным и заняться И-9. Подождите, командованием. Где там насчет хорошее место? Л-6. Здесь держит невинных людей. Правая рука босса хочет видеть своего подружича Луиджи, который мотает срок в секторе хорошее место Л-6. Угу. Марк, поиски с Малли. Молли находится в секторе Римвель. H9. Следы с Малли можно поискать в секторе Флинтаунской блошиный рынок. Трущобы Пантагрюэля. С Малли D7. Сбежал с девушкой из Лале Руж. Хорошо. И Калевия. В обивке кресел. В одном... Да, выбор, конечно, так себе. А чё так мало? Слушайте. Так, я может хочу так и так зайти. Браво. Как саванна. Сюда. Что ж, увидимся в следующей серии. Мы пойдем в сектор I8. Всем пока-пока.